Да, единственное, вот когда ты слышишь такое название «Разбитая жизнь» и слушаешь баян, мне больше показалось просто жизнь, вот танец. Как бы я трагедии не ощутил в самой композиции. Скорее всего, автор что-то свое вкладывал, свою какую-то боль, свой какой-то опыт, который он зафиксировал так. Потому что сама композиция, она жизненная, то есть там идет танец жизни и потом замедление. Но ноток каких-то вот трагедий, которые может передать баян, я в этой композиции не ощутил. То есть, которая бы проявилась и таким образом бы перенесла бы боль, да? А боли нет. Столько вот вроде. Есть только жизнь, есть только танец жизни. Ах ты ж мелкий. Я думаю, кто меня кусает? Закусал, пока я его не заметил. Да, здесь только вот разгонять с горки и тарани его можно как-то ликвидировать, такой танк. Ты уже не сможешь развернуться, у нас нет поворотливости. Поэтому да, вот мы правильно сейчас сделали, мы разогнались и потом тормознули, чтобы он таким образом сам об нас ударился. Но этого не хватило, чтобы его отправить в ангар. Но мы старались. Так, сейчас я нагоню. Вот я делился как раз впечатлениями. Ты слышал, да, Бельчонок? А, то есть ты хочешь научиться эту композицию играть? Хорошо. Просто для меня в этой композиции она жизненная. Понятно, что как бы каждый по-своему чувствует, но я здесь чувствовал жизнь, бег жизни, потом успокоение. Каких-то вот таких ноток с баяна, которые бы разрывали, да, через музыку, выдавали ощущение разрыва. Вот, я не ощутил. Композиция, наоборот, очень приятная по звучанию. Поэтому пришел к выводу, что сам автор вложил какие-то свои образы, свои ощущения, которые породили этот трек. Так, сейчас. А ну сейчас же баян играл, правильно? Может быть на фортепиано, если изначально композиция игралась на фортепиано. Возможно там, ну то есть опять же надо каждый трек слушать на каждом инструменте и смотреть, каков посыл, какие ощущения он порождает. Ну, мы победили с тремя фрагами, очень красиво сыграли, приятно под композицию данную тобой. Благодарю. Ты и так, да, очень сильно выступил.